АТВ «Ихсан» представляет. Обращение к Аллаху. Господи, защити меня от зла моих грехов, от больших несчастий и загробных мук. Защити меня от унижающего меня нрава, от друга, приносящего мне вред, от надежд, отвлекающих меня от Тебя, и бедности, заставляющей забыть Тебя. Защити меня от богатства, что может погубить меня. О Аллах, дай мне все, что Ты дал лучшим рабам Своим, и защити от того, что Ты отвернешь лик Свой от меня в судный день. Умертви меня мусульманином и оживи мусульманином. Одари меня милостью Своей и защити от кары Своей, о Господи. Пока я жив, защити меня, как Ты защищаешь рабов Своих, а после смерти прости грехи мои и помилуй, о Аллах! Аллах, если мне лучше жить, оставь меня живым, если же мне лучше умереть, умертви меня. Умертви же меня, о Аллах, непричастным к смуте. Забери душу мою в истинной вере и защити от смерти вне ислама. Защити от кары в могиле и от мирских несчастий и бед. Дай мне добро, о Аллах, дай познать и полюбить Тебя. Дай страх благоговения перед Тобой. Помоги поминать Тебя и следовать велениям Твоим. Дай силы оставить то, что Ты велел оставить. Защити от нелюбви к Тебе. Дай мне нрав, которыми Ты будешь доволен, и знания, к которым обращусь. Мирские блага дай только дозволенные. Защити от поклонения другим, кроме Тебя. И дай силы прожить жизнь в поклонении. Прими деяния мои. Очисти сердце от притворства и нрав от показного. Очисти язык мой от лжи, глаза от измены. Измену глаз и скрытое в сердце Ты знаешь, о Аллах. О Господи, я прошу у Тебя здоровья, веры, доверия, улучшения нрава, умения быть в ладу с людьми и согласия с предначертанной судьбой. О Господи, дай силы делать все, что Ты любишь, и отказаться от всего того, что Ты не любишь. Дай совершенное упование и сердечную тягу к Тебе. Способствуй в соблюдении сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям, о Господи. Амин Аллах, я Аллах, амин Аллах, я Аллах, амин Аллах, я Аллах. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик.